Как в Петербурге получить вот такой вот тирамису абсолютно бесплатно? Все очень просто. Забегайте в кафе и заказывайте любую вафлю на свой вкус, а также любой кофе или коктейль на выбор. Кофе здесь история вообще отдельная. Он на 100% достоин вашего внимания и, возможно, даже станет вашим фаворитом. Сам тирамису же вы получаете как бонус к вашему заказу за 0 рублей. Хотя так он стоит 450 рублей на секундочку.